Вот Тимур Ведерин сказал, давай спою ветре. Вот так нормальное отношение у нас будет. Тимур Ведерников. Это было не совсем, не совсем запланировано, потому что... А ты думал, у нас все запланировано, у нас такие спектакли, знаешь. Ну ладно. Песни. Владимир Семенович писал и шуточные тоже, я шуточные не умею, а вот Тимур умеет. В королевстве, где все тихо и складно, где ни войны, ни катаклизмов, ни бури, появился тихий ветре громадный. То ли буйвол, то ли бык, то ли тут сам король страдал желудком и астмой. Только каждый вселенный страх на воде. А тем временем все люди ужасны, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверю надо, надо лететь наконец. Вот кто отважится на это, тот принцессу поведет в подъезд. А вот тот вальс, это на это, тот принцессу поведет в подъезд. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так прямо наискосок, без шампаш лежал в тоске и гусарстве, бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды и пух. Протрубили во дворе трубадуры, хвост стрелка и во дворец в лагу. Протрубили во дворе трубадуры, хвост стрелка и во дворец в лагу. И король ему прокашлял: я буду не отчитать тебе морали, юнец. А вот ежели завтра юду, то принцессу поведешь в подъезд. Вот если завтра есть чудо-юду, то принцессу поведешь в подъезд. А стрелок, так это что за награда? Мне бы выкатить портвейн в бадью, мол, а принцесса мне и так вот не надо. Чудо-юду я и так поведу. Чудо-юду победил и убил.